Прием, прием, здорово всем, с вами Хилхёртс, это у нас новая игра про драконов, которая называется Century Age of Ashes? Я не помню. Короче, как-то так. Давайте быстренько попробуем быструю игру. Здесь, короче, есть какие-то игры, классы. Вот мы играли за ветрозащитницу, у нее, смотрите, давайте попробуем разбираться. Есть всякие скины. Легендарный. Ну давай сюда его. Активировано. Тут всякие черепушки есть. Ух, какой эс у этого дракона. Только посмотри, смотрит, чтобы я сильно не заглядывался. Прости, дракон. Так, можно потом плащи выбирать. Лютейшая польза. И потом. Давайте ее в сексуальный шлем наденем. Лакшери щит. Мне кажется, за то, что я выпросил ключик, мне дали всякие ништяки. Ноги можно было бы снять? Я бы хотел. Так, давайте фантомас... Дракон эпического шпили храхраф карта. Сюда красный сексуальный дракон. Голову ему поменяем. Это стильнее выглядит, но это эпичнее. Так, правая рука у него щит будет красивый, острый. Левая рука мглу возьмем. А дает ли уникальный меч? Просто так. Никаких уникальных бонусов не дается, только кастомизация. Это охрененно. И, видимо, все по настройкам. Хорошо, и давайте мародера. Дракона уникального не дают, голову рогатую дают, щит возьмем новый и легендарную колючку-вонючку. И давайте попробуем быструю игру. Блин, 6 на 6 мне так не нравится. Ладно, давай. Что это, военные трофеи, расстреляны на раунд, резня, пока недоступно. Ну, поехали. А, понятно. Только один уровень, ну, как это, режим игры доступен. Ну, что тоже хорошо. Вроде как, не то чтобы было много сильных комментариев за то, чтобы продолжать смотреть эту игру. Ну, еще хотя бы серию я запишу так точно. Что в целом мне концепция даже понравилась. Единственное, вопрос, а я могу альт-табнуться, перейти в центр сообщества и посмотреть, сколько онлайн в игре? 6285 в игре. Я вам даже могу захват экрана показать. Вот, у меня сейчас сколько времени? У меня час 52. По московскому времени. Не то чтобы я живу в Москве, просто для отчетности. Так, давайте мародера, потому что за него мы не играли. Да, я готов. А, как нажать-то? По-моему, заряды, топчик. Потому что они максимально эффективно подмораживают противников. Но, насколько мне известно, вот самый клевый это вот этот мужчина, потому что он стелсить умеет. А в этой игре стелсить, ну, не прям на вес золота, но очень эффективный скилл, что ли. Если позволите. Работяги определяются, они могут определиться. Слушайте, нифига себе у нас тут... Господи, посмотри, 11-й, 26-й уровень. А главное против нас вот 26-й, 11-й, 5-й. И здесь вот братишка умеет играть 14-й, лошарка я и мужчина Дон. То есть мы немножко это сосем по уровню. Ну, бывает и так. А, это вся наша команда. Простите, это я, дурачок, просто попался. Большая беда в том, что снова вспоминать управление. Ну, давайте пробовать. Здесь я уже знаю, что мне нужно делать. В принципе, будет немножко полегче. Так, поехали. И это мой дракон. Таких драконов много. Но этот дракон мой. Бабосы есть? Боссов нет. Что-то я профукал бабоса. Давайте с другим драконом полетим. Давай, жги его, родной. Ву-у-у, бабухой. Сюда, бабосы своровал. Что-нибудь еще можно где-нибудь заиметь бабоса? Так, на какие кнопки? Вон. Я лишь, слушайте, по-моему, их немножечко поднастроили. Раньше, я помню, их очень легко было... сломать и забрать золото. Так, а я же забрал монеты, да? Давайте попробуем вернуть их на базу. И в надежде на то, что нас не подобьют. Так, Владос несет 100 монет. Ой, красавчик, что этот мужчина творит? Как же он хорош. Побосы на базу. У этого очень много денег. Попробуем своровать их у него. Монеты, так, Мансим. Не дать бы ему донести монеты. По-моему, за мной кто-то охотится, врать не буду. Давайте изюма съедим. Так, осторожничать.
Знаменитый монетный дракон. Здесь у нас целый батл, мать его. Ну-ка сюда, иди, родной. Он... О, это что такое? Можно как-то своровать все деньги, что ли? Это как так? Это как так? Дядя, ты что? Тормозим фраера сутулова. Сжигаем. Его монеты, мои монеты будут. Так, 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 мансить, тормозить. Слушай, он хорош, он быстро летает. Он куда-то все монеты профухал. Я забил, я возвращаю. Домой, монеточки, домой, мои хорошие. Давай, давай. Давай, Владос ворует. Вор в законе летит на базу. Давай, давай. Сосать, братишка, сосать. У меня дракон пьяный, смотри, какой пьяный. Да твою-то мать, давай, давай. Залети ты в эту дырку, залети. Ух, как же он монеты принес сюда. Что творит этот мужчина? Ой, дракон-убийца. Так, погнали. Немножко занервничал, но я не сильно. Подожди, а у меня еще на Е какое-то умение есть. Что я на Е делаю? Изумруд, монеты сюда. Да что ж так, дракон? Кто пьяного дракона дал? Искренне не знаю, но вы сами видите, что с моим драконом. Максимально пожилой и пьяный. Может быть... А, чем больше изумруд, тем больше монет у меня, да? Слушайте, лол, так я могу где-нибудь сбоку. Отстаивается, и все будет улрайт. Ну, не то чтобы у меня много денег было. Хотя за что-то драк камень заворовали. Откуда 300? Кто-то 300 монет наворовал. Слушайте, интересная игра. Давай, поехали. Просто пытаюсь вспомнить, что я на я делаю. Вы у меня в прицеле. Сюда. Малютка-дракон. Я не знаю, куда я лечу, но куда-нибудь лечу. Вот, денежный сюда. Почему его нельзя убить? Плюс монетки. Лок цели почему-то не сразу работает. Как-то очень неоднозначно лок цели работает. Ой-ой, шеф, у нас проблемы. У нас много монет, но у нас много проблем. Подруга подкинула проблем. Работяги, ну хорош, пожить-то дайте. Может развернуться по счетам, да? По щам им дать? Мы еще и просрать умудрились. Ё-моё. А я старался. Я изо всех сил старался. До последней капли брови, так сказать. Обидно на самом деле. Моя добыча. Сюда пошел. Так кого ты поджигаешь, малютка? Что было такое? Как он замансить-то так быстро успел? Огненное дыхание сломалось, шеф, здорово. В курсе, держи, пожалуйста. Так, пассивный. Я вроде не пассивный, вроде активный был. Давай на скорости. Так. Господи, кто бухого дракона мне дает под управление? Ворует мои монеты, ты только посмотри. Только посмотри на этого очередняра, а. Где, куда он делся? Он будто бы испарился, вызвав этим самым водопады слез на детских лицах. Своровал, своровал весь куш сюда. У меня ускорения закончились. Думаешь, я не заберу эти 200 монет, родной? Ты действительно думаешь, что не заберу? Не могу догнать, слушайте, скорости не хватает. Мало того, медленный дракон, так еще и ужасно пожилой. Может, я его вообще в лок цели не могу взять? Мне кажется, это читер. Слушайте, это читер, стопроцентный читер. Ну, скорее всего, я просто не могу его догнать почему-то. Мы его убили. Нифига, бабосов, сюда, родной, летим назад. Мы срали, нарали, мы очень устали. Лететь, лететь, убегать! О, петушки хотят своровать мои деньги, но они только мои. Только мои. Я птица Феникс. Манси, Джонни, твою мать. Ну почему? Почему они так хорошо меня попадают? Петухи. Ладно. Не знаю, честно говоря, почему так вышло. Я искренне старался победить.
Ладно. И сейчас огромная куча бабла. Лавеху всю привезли. Но я не знал, как мансить. Вы сами видели, у меня не было скорости, чтобы замансить. А чего они у нас летают, ребят? Я, конечно, все понимаю. Но, по-моему, надо как-то защищать свои территории, не? Работяги, ну-ка соберитесь. Еще кто-то меня... Слушай, они тупо контролируют все. Ну, у них, видимо, команда. Может быть, они в Дискорде. Может быть, они в Дискорде сидят. Было написано, нужно какое-то золото забрать, но я без понятия. В меня куча проджектайлов летела, я не мог мансить. Искренне старался, но не мог. Не, красавчики-работяги делают все, что надо. Мы профукали, скорее всего, этот раунд. Я, конечно, постараюсь. Они тупо у нас летают, ты только посмотри. Мой динозавр, мой дракон. Смотри, какой кривой. Так, есть сжигание. Давай еще одного видел. А что вот он тут забыл, а? Он будет со мной файтиться или нет? Ну, в принципе, есть шансы забрать хотя бы 200 монет. Работяги, давайте, соберитесь. Мы с вами в одной лодке. Часть команды, часть корабля. Сейчас спидов возьмем. Вот, да, сюда, спасаем братика. Максимум гипса. Он мансит, мансит как не в себя. Прикрываю братишку. Но кто бы меня прикрыл, знаете ли. Я режим силы использую, но мы... Снова... Ей, хорош, хорош. На 13 монет перетащили. Команда какающего дракона не сдается. В бой. Мой маленький драконит. Господи, а что там? Штормить-то стало. Блин, сорвал мои деньги. Ну, я не виню его. Он моя команда. Я вот даже всеми прожектайлами паху и просто 0 урона. Тупо 0 ДПС. Могу вот... что-нибудь сворвать у них. По-моему, не могу нифига. Я в режиме ярости, по-моему, нет? Но у меня как будто скорости кончились. Сейчас меня убьют еще. Этого персонажа никогда больше не буду брать. Он, на мой скромный взгляд, в моих руках бесполезен. В момент пламени 37 FPS. Все, как я люблю. Короче, за призрака будем играть. Самый кайфный персонаж. Новые носильщики, мы старых еще не убили. Работяги, вы шо? Я догнать не могу его. Это что за дракон у меня такой пожилой? Не, может, у ребят какой-то автоприцел есть? Прям честно не понимаю. Вообще не могу ни догнать, ни задамажить. Просто посмотри, называется. Какой-то элитный, походу, был. Давайте хоть что-то заберем. Пока силы есть. Я в режиме ярости, не знаю, как это работает. Но пока что режим ярости мне только тяжелее целиться дает. Я бы сказал. Думаю, не сильно стоит на вражескую территорию залетать. Ой-ой, дракончик, прячься. Дракон, что происходит? Дракон, дракон, не убивайся. Кто-то меня еще сжечь пытается. Кто? Сейфолом? Что это такое? Куда это? Да хотя бы 100 монет принести. До конца не помню, на чем можно ускорение зарабатывать. На чем мы? Сейфолом, где он? Вот это, да? Давай попробуем взять его как-нибудь. Не знаю пока как. Или дракона заберем. Ой-ой-ой-ой-ой. Бой в 10 FPS-ах. Как же я люблю это. Что ж такое? Вон, хотя бы его давай. Сейчас улетит.
Вроде забрал. Так, ну мы пока нормально вроде. Стараемся побеждать. Вот этого бы забрать с собой. Я, наверное, жадничаю. Мансим, Мансим, ну все, он не летит, у него скорости нету. Ну просто, почему скорость такая маленькая? Почему золото теряет дракон? Это говно дракона мне дали? Да, сейчас бы профукать. О, бой, мой верный конь. Пацаны, а что вы тут делаете? Надо просто им не дать забрать золото. Ага. Опустись, кудлатый. Монеты сюда, мои все. На базу. Как минимум им не отдам. Ускоряйся, маленький дракончик. 4. Мансить. Лететь. Скорость ветра. В бой. Привез, привез. Ну, считаю, достаточно достойно провели битву. Так, у нас маленький дракоша. Ну, в принципе, на втором месте тоже неплохо. Видите, мужчина сексуальный, потому что на фантоме играл. Вот в чем секрет победы. Сборщик золота дали достижение. Давайте все пропустим. Что мне тут дали всяких ништяков? Ей, всякие уровни дали, всякую фигню. Никому не нужно. Давайте быструю игру. Яйцо. Подожди, 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 я не готов. Да подожди, ты отмена. Я хочу яйцо посмотреть. Братишка, у меня там яйцо проклюнулось. Куда нажать-то? Почему я за девку играю? Я же не девка. Чок, титул, профиль, хрен его знает. Сложно, давай быструю игру. На рейтинг мы еще не готовы. Можно сразу в команду друзей позвать. Какие-то миссии есть, мама родная. Ну, подбор намного дольше работать стал, нежели в первый день, когда я пробовал. Так что странно. Не буду все-таки врать, подбор матчей длится достаточно долгое время. Однако он в любом случае подбирается. Так, давайте. Я буду суперсексуального фантома брать. Я думаю, хиллер нам анивей должен. Мина взрыв. Я не знаю, чью мину. Давайте взрыв возьмем. Я вроде за него не пробовал. Это бустер у меня. У всех бустер какой-то. Походу, один я тут, лошара. Одни фантомы собрались. Ну, я так понимаю, мужчины знают. Каков путь, таков путь. От одного вот этого мужчину ждем. И вот этого еще мужчину ждем. И из-за них не начинаем. Ну, видимо, ничего не попишешь. Меня сегодня подсадили на сериал «Почему женщины убивают?». И так произошло, что я фоново посмотрел весь, ну как весь, 8 первых серий. Вроде ничего интересного, а вроде бы интрижки. Так что залипательный сериал. Так оказалось, как оказалось. Ну, а сейчас у нас ездовые драконы. Это типа самого крутого показывают или кого? Или чего? Самый крутой дракон тут у меня. Не то чтобы я хвастался, что у меня самый большой дракон. Но, знаете, не знаете. Поехали сюда. Красный дракон сексуальности. Так, на Е у нас обилка, на Ку у нас какой-то выстрел. Я, походу, за голубых сегодня. Где, где, куда? Где золото? Твою за ногу. Давайте сразу соточку привезем. Смотри, смотри, летит какой, а? Я тебе покажу сейчас золото, чуть сворую. Я же голубой, я, да, голубой, нормально все. Я за команду голубых. Хотя, предпочитаю играть на два фланга, знаете ли. Вот этого надо. Тихо, сюда. Так, в смысле в режиме ожидания, не понял. У меня большая проблема есть, я все кнопки сразу жму, когда чувствую опасность. Опасность я чувствую достаточно часто. Мои монеты, ясно? Скорее всего, когда монеты тащишь, нельзя
тащить их. Слушайте, ну пацаны вроде нормально монеты тащат. А можно стелсить? Лол, можно стелсить, когда монеты везешь. Ты прикинь, какой прикол, это же самое лучшее. А че на ключ делается? Подними ключ, в смысле? Что-то надо нажать? Так, давайте этого негодника убьем. Он что-то слишком много себе. Как он так выживает? Только посмотрите, он просто... Это рофл, что ли? Я ему 0 урона нанес. Я чувствую, его надо забанить. Он с щитами играет, по-любому. Проверяйте, как говорят у меня в селе. Подними какой-то синий ключ, голубой ключ. Давайте спринтанем, монеты принесем. Ничего, если врезаться, то меня быстрее увернут. У этого дофига монет, сейчас мы подобьем. Подрежем. Достал нос, режь. Блин, как он мансит, а? Мужчины явно умеют играть. Пока эту мышку провертишь. Вон, смотри, смотри, сколько монет. Смотри, смотри. Что творит, падла? Еще ворует, а? Вор, вор кудлатый, где? А, это как в Квейке. Видимо, ты летаешь за штуки специальные. И имеешь возможность всякие ништяки получать. Стелсим? Да, я застелсу. Слушайте, а это прикольно тогда. Тогда действительно, ты просто пролетел, тут бафнулся. Пролетел, тут бафнулся. И красавчик. Я понял схему. Окей, я понял, понял. Как играть в эту игру. Просто гляньте, сколько хп. Я тупо испепеляю его. Своим великолепным драконом. Тупо 0 урона, никого не могу убить. Жаль. Может драгоценный камень забрать? Походу меня завалят сейчас. Вот здесь надо лететь, чтобы скорость увеличивать. Блин, откуда у них 1000 уже? Что творят эти негодники? Пацан был неправ. Что-то плохо получается в этом бою. Что такое? Странно, обычно мне показывали, что как кто-то летает. Но, видимо, не сегодня. Может, тогда просто драконов пытаться заваливать, либо своих братишек прикрывать. Надо было тогда баффера брать, я не знаю. Говорят, поднимать драгоценный камень. А где же его взять? Его уже забрали. Да попустись, кудлатый. Я просто стелсану и пролечу, ништячок принесу. Так, надо бы драг камень попробовать забрать. И мы победили каким-то образом. Слушайте, первый раунд настолько молниеносно проходит, что прям аж слов нет. Давай сразу щиты заберем. Так, а билки есть, да? Мне бы понять, что взрыв делает. Вот я вроде нажал на взрыв, а толку-то этого взрыва? Похоже, что особо никакого. Как же они мансят, ты только посмотри, я просто не понимаю, как они это делают. Я в любом случае теряю монеты, видимо, когда меня жгут. Какое же уродство. Отлечу, фокусирую петушка. Ну я, короче, вот, типа в ядовитом его облаке. И, видимо, фиаско испытал из-за этого. Пойдем мансанем от них. До хилки бы добежать. Они прям в этот раз собрались как надо. Дракон тут монет. Сюда. Когда я оставлял это обоссанное, простите меня, облако, оно нифига не дамажило. Когда кто-то оставляет это облако, оно дамажит как не в себя просто. Какой у меня пьяный дракон.
Ничего, что я застелсил. Кому это важно? Вы чё, шутите, что ли? Вот я вроде нажал на кнопку Е, а смысл? Ну хоть кого-то успел убить. Бывает, видимо, и такое сегодня. Сворую у них щиты. А больше нельзя своровать. Он уже привез негодник. Я вроде застелсил, а вроде как-то и не очень. Я бы срочно хилсы. На, я хилсу взял тогда щитов. 20 монет, это смешно. Мы уже всираем. Нужны монеты. Вот и монета, которую я сейчас привезу своей команде. Мало, как говорится, золотник за дорог. Что, ребят, столько монет, только посмотри, вот этого бы своровать. Не могу, не достаю. Как же он рас... Как это? Вектор движения меняет. Ну ты только посмотри. А меня фокусят. Кто дал пьяного дракона? Стоять. Как же он долго разворачивается. Гарри Поттер бы такого легко победил. Ну хоть кого-то сожгли. А монеты нам дадут за это? Честно, не понимаю, как ребята фокусить успевают. Но мы просрали этот раунд. Если кто-нибудь сейчас внезапно не принесет монет. Но, видимо, нет. А жаль. Ну, у меня не было в загашнике лишних монет. Тем интереснее будет третий раунд. Эх, ну поехали. Давайте побольше монет попробуем собрать. Не знаю, что из этого всего выйдет. Но попробовать я могу. А я испарился. Я состоялся напасть на кого-нибудь. Нанеся кучу урона, но не получилось. Работяг испепелил. Так, ключ. Ключ будет моим. Пацаны, откисайте. Не знаю, что надо с этим сделать. Открыл свои сокровища. А толку-то с этого? Мужики, вот у него 100 монет. Почему он летает у нас, да? Сратый дракон. Какой же ты стрёмный-то. Прям слов нет. А ничего, что у меня был ключ, или меня его снова сбили? Или типа, когда у тебя ключ, тебя не могут выбить. Подумай, что я нажимал на буст. Кому какое дело? Фига мужик у нас собирается, на которого я в самом начале гнал. То, что он долго собирается. Давай хотя бы этого дракона заберем. Я не знаю, этот так не... Я не знаю, те драконы, они прям облетали препятствия. А этот тупо клипится, я не могу вылететь из этой фигни всей. Ну, я вроде пытаюсь. Ну типа, а смысл, а толку? С
совершенно не могу мансить. Да куда ты попадаешь, псина? Берсерком Анусом он своим стал. Чем монеты своровали, говнюки. Тут 40 монеток я принесу. То есть драгоценный камень дохренища монет дает, я понял, но скорее всего его заберут. Просто мансит как не в себя, ты только посмотри. Поднимать камень, сосать камень мой, нет. Камень снова не мой. Да, ребята лучше меня играют. Стоит, думаю, это признать. Пацаны, ну я не могу, вы соберите камень. Вы же лучше меня играете. А все уже профукали камень. На перехват лечу. А, он стелсовый. Твою-то за ногу. Я его, в принципе, вижу. Не очень-то он и стелсовый. Красавчики. Воруем. Красавчики, мансим. Оп, стелсим. Что-то я хреново стелсил. Но я, по крайней мере, огонь на себя принял. Считаю себя молодцом. Е-е-е. Я считаю себя принесшим пользу команде, потому что я танканул. Танканул на все бабки. Не, ну что, дело сделано. Монеты в казне. Вельможа доволен. Не, мужик, ну ты красавчик. Здесь вообще ноль вопросов. У меня, наверное, дракон был самый хороший, и руки самые прямые. Ну что же, дело сделано. Если прям понравится, пишите, пожалуйста, еще продолжим. Так что все будет зависеть от вас. Ну или если мне вдруг взгрустнется. Так что как-то так, еще раз премного всех благодарю за просмотр. Всем всего хорошего, счастья, здоровья. Огромное спасибо спонсорам канала, а также всем спасибо за просмотр. И надеюсь, что видео вам понравилось. Если это так, то можете поставить лайк и подписаться. Это очень сильно мотивирует стараться лучше и больше. Также можно нажать колокольчик, чтобы не пропустить новых роликов. У нас все честно, если не понравилось, ставим дизлайк. В описании всегда есть интересные ссылки, также можно посмотреть и другие мои ролики. Всем всего хорошего, счастья, здоровья, чтобы все у всех было хорошо. С вами был Хилхёрдс.